Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 100 на странице 40. Рабочая тетрадь по математике для 3 класса автора Моро. В этом упражнении мы должны будем вспомнить таблицу умножения числа 7. 7 умножить на 6 равно 42. 7 умножить на 3 – 21. 7 умножить на 8 – 56. 7 умножить на 5 – 35. 7 умножить на 9 – 63. 7 умножить на 4 – 28. 7 умножить на 7 – 49. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.